Тогда да. Дамажишь, ладно. Танкуешь в кишке, гниндыч, базука, креветка, слезь дерева в кишку. Ты же, да, ходил уже, Липса, туда, в дырку, куда она Да, была? ходил. Ну все, тогда. На базуку там даже где. Вот это когда берешь людей, которых не знаешь, и когда еще они оказываются людьми, которые тысячи персонажей играли, там всякие танки в гильдиях, они вот так вот офаются, потому что мы им нахуй не нужны. Неодетые люди, которые еще и тактик не знают. Поэтому, чтобы было по-другому, надо хотя бы тактиками поинтересоваться. Бать, ты там ебашишь. Про товар он такой. Под боссом. Под колоссом. Я поэтому обычно микрофоны не ставлю, это все слышат. Да ничего, все знают, как ты ебашишь. Ты, кстати, в какой там гильдии сидишь? Райзер, Фонфайр, что-то. Че, в льду 25-ку ходил? Я только сегодня приехал, я же это уезжал. Никуда еще с ними не ходил. Тут в ГГВП перебираемся. Так что Ну, тоже. если меня примут, я с вами. Там заявку писать надо, там в Discord. Да, ссылка есть, там все в объявлении. Не забывайте костюм. На сложный режим? Подождите немного. Сложный режим надо, чтобы не был. Спрыгивать. Пробудитель. Быстрее двух мобов. Геру. По тебе этим пишу, типа. Да, это ничего не изменит. Ну, да, все равно убиваю.
Вот подиум. Кто там стоит? Роланду. Тебя сейчас шотнет. Почти. Блядь, как пятки шопнуло бы. Интересно, этот уебок на тебя не вешает, что ли, как он называется? А нет, вешает, у меня просто нету выбора. Короче, начинай прожимочки отдавать, как все отдашь, скажешь. Душевые отдал, да? Да-да. Крик и блок остались, да? Еще, в принципе, дотанчит, что ли? Ну, я вроде в прошлый раз соло танчивал, не знаю, кто это. Ну, да. Просто на арене, блядь, нету ни ретриков никаких, кто потанкует. Хуёвый рейд. Я вам расскажу, тем, кто не знает, как происходит это муви. Вот, например, прошло в эту колонну. Сначала здесь колонна заряжает босса. И от колонны к боссу летит молнии двойные. Вот, а потом радиус надо показать просто им. Одна треть или одна четвертая комнаты где-то радиус. Потом босс поворачивается к этой колонне, которая его заряжала, и дает в нее разряд. Такой пример, на радиус с одной стороны, потом такой же с другой стороны. Этот, Роланда, я тебе закинул, клипси надо там, если плечи, отдай по клипси. У нас вар появился. У меня два из четырех, пока что, я же в курсе. Ну, ДДшника там. Ключей нет. А, ну вот, будет третья. Для этого он заходил. Я Торим, повелитель. У меня плечи есть. Я говорю, клипси, да? Да-да, это просто Бармалюга пишет. Бармалюга спросил, так я сказал. Да у вас с Бармалюгой уже по два комплекта уже. Прыгаю в сову, короче. Ты в прошлый раз танчил же Фрею ХМ клипса? Вроде да. Ага, ну все. Ману порезу. Погоди, не пуля, сейчас ману порезу. Если бы клипсы не появился, мы бы и не пошли дальше. Так что все понимают ценность танков. Чё? Плюс 3 древние остаются живые, да? Надо будет стопать каст. Фридома на корне нету, значит бить корни. И будут лучи, из которых надо мгновенно. Кипать, осторожней, сука. Он там клавиатуру хуярит. Смотрите, как пацан потеет. Я не потею, я просто привык так играть. Ебать. Слышите?
Это он так хуярит, короче, когда трэш срывается, блядь. Пачка из 5 бомбов, блядь. Я понимаю, что это вот сказывается ПВП. Я ж, блядь, я представляю, как он, очень, короче, это, очень знакомо. С этой с грозы выходить, это вот древень призывает, там срезает касты, дамаг наносит много. Представляю, как он, короче, клавиатуру у него, блядь, подпрыгивает, переворачивается, нахуй, там пиздец, короче. Она неубиваемая, она, короче, знаешь, такая белая из 90-х годов. Отводите, отводи, оттягивай от большого. Они будут неуязвимы. Удар грома, что там еще, сало, стан, вся хуйня. Клипса никогда не жалуется на то, что ему, блядь, ой, там, блядь, откинул мне за спину, пиздец. Никогда не понимал. Я сам танкую, мне как бы похуй, откинули, не откинули. Хотя бывало, конечно, когда откидывали чисто, ну, гадость, когда делают. А так в основном, когда откидывают, это либо кас забивают, либо, ну, где-то надо, значит, откинуть. Смотрите, цветочки идут сюда, на эту сторону, поэтому отойдите оттуда. Иначе пиздец будет. С грозы выйдите. Уходим от грозы. Это называется контроль. Кстати, про спину. Зря так говоришь. Я помню, негодовал, когда мне с убитой руки того босса рукастого за спину откинули мобов, я сразу лег. Там не столько сами мобы бьют, сколько они ауешки. Их вот, но, не знаю, хватило, чтоб я сразу был, прям сразу. Ну, дальше вынес. Ну, там дело в ауешке именно. Она бьет. Мобы столько не бьют. Ну, трэш здесь. Тут нет такого трэша, который может шотнуть танка. Если ты спиной будешь секунд 5 стоять, то можешь ты шотнуть. Ну, блять, это какой танк должен быть, чтобы он не крутился, ничего не делал.
за что? Что они мне пиздить начали, интересно. Что делать, вы все знаете. Стоим разряженно в разных частях света. Потому что когда луч от босса, который она кастует, приходит, если все вместе стоять, получится все дамаг. Плюс лучи еще есть, которые столбы света. Топать каст, корни бить. А вот тут мы, по-моему, в два танка были. Если я, может, я путаю. Сейчас в одного будешь. Запускай. Под гриб. Ой, да. Сразу на рейнджу расходимся. Поговори со мной.
Вазуку дай в Даларан портал. Попробую в 3 хила. Случайно нажал. Он писал, что пойдет. Дайте мне силы! Вас захлестнет! Сила стихий! Черт, мастаун-то не восприимчивость. Вылечай давно. Но только воды меньше, а разового больше.
Дерево, дерево. Ну, видишь, там, да, можно. Беги, малышка, беги! Деньги, друг.
беспощадный. Смертным здесь не место. За тобой. Госпожа, враг прорвался в оранжерею. Нужно защитить оранжерею. Леонар, твоей прислужнице нужна помощь. Зачем вы босса бьете? Это пятый больше их духа.
высовывал ставич. В дом. Лети дерево. Меньше контри волны. Ватов где-то больше. Две не идут воды. Остался шляп. Что-то нечетное у меня количество этого. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, уже четное. Потому что уже все убили. Шляпник. Нужна помощь. Это беги, малышка, беги! Урон, кстати. Да, он 25. Не зашел бы. Где радовать? Давай, Гер. Не вырви духа. А, есть. Я думаю, это же не аркан. Там же не хоть на секунду просто. А где эти? Ну, в доме. Будто ну что не будет. Бутон. Он больше не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Благодарю вас, герой.
Его, не, у него есть выбор. Да мы видим. Ну, показывают тут. Зелёный маг, той стороны, колба. Сейчас это на секунду отошло.